Мы проявляли озабоченность со стороны Парусной Федерации. Мы осенью с президентом Федерации нашей областной Зиминым Андреем Николаевичем были на приеме у Бусургина. Вот. Роман Викторович, ну как бы встретили мы у него полное взаимопонимание. Присутствовал там еще Абросимов Александр Владимирович со стороны Министерства молодежной политики, спорта и туризма. И как бы мы помимо этого задавали вопросы, касающиеся спортивных наших дел, и вопрос переправы. Вот касательно переправы, нам было, как бы мы были поставлены в известность, что будет ну, непрерывно переправа функционировать, что проблем никаких с этим не возникнет. Что, соответственно, вот проект, который предусмотрен, никто по поводу переправы он не предусматривает, этот проект, что будут вот также два мола и между ними песчаный пляж, отсыпка произведена, а переправа будет функционировать выше по течению, выше этого пляжа. То есть там будет выделен участок для этого, организована возможность подхода маломерных судов и... Ну, то есть, что будет все это функционировать. И сказано было, что будет со временем обустроен слип, чтобы мы могли переправлять детские парусные суда для функционирования детских парусных секций на Зеленый остров. И, ну, в общем, что будет все хорошо. Мы, соответственно, ну, как бы были рады. Ну, и я думаю, что существует и политическая воля, и ресурсы для того, чтобы это все выполнить. Но надеюсь, что все это будет со временем сделано. А когда эта встреча была? Эта встреча была в конце осени, потому что, ну, как бы мы записывались на прием еще в сентябре месяце, договаривались о приеме, но в связи с плотным графиком Романа Викторовича, ну, то есть уже в конце осени сам состоялся. Ну, вот сейчас какая ситуация, что вам вот известно? Кто к вам обращался или федерация, может быть, интересовалась? А когда начнутся занятия, когда вам понадобится переправляться? Ну, уже с начала навигации. Навигация у нас открывается, насколько я понимаю, 16 апреля должна быть открыта навигация. Ну, вот, соответственно, с начала навигации уже будет, начнет ходить переправа, но пока будет ходить на необустроенном участке. То есть там будет, ну, собственно, переправа осуществляется такими небольшими судами, ну, поэтому трудностей особых в этом не будет. Так, конечно, вот с подходом именно парусных судов будет определенная сложность с высадкой, посадкой людей. Ну, я думаю, мы переживем какое-то время. А уже известно, где вот этот участок? Ну, шел разговор так, что, в принципе, это будет где-то сделано в районе, вот прям непосредственно, вот как заканчивается верх вот этого пляжа. То есть и сразу вот на следующем участке, ну, что там, дальний. Да, что затем молом будет сделано. Ну, но вроде пока так. Ни вы не интересовались, я имею в виду федерация, ни на вас никто не выходил пока. Но нет, на нас выходили буквально вот месяц назад, выходили по поводу капитального строительства, спрашивали там, ну, относительно габаритов, какие там должны быть параметры у слипа. То есть уже как бы в этом направлении какие-то работы ведутся. Так, ну как бы мы же не общественная организация, нас особо на эту тему не информируют.